преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, лествица и слово к пастырю, переведено с греческого при Московской духовной академии, Москва, 1851 год. Типографии В. Готье. Печать позволяется с тем, чтобы по отпечатании до выпуска из типографии представлено было в цензурный комитет узаконенное число экземпляров апреля 2 дня 1851 года. Цензор, профессор философии, протоиерей Феодор Голубинский. Житие святого отца Аввы Иоанна, игумена Святой горы Синайской. Кратко описанное Даниилом, монахом Раифским, мужем почтенным и добродетельным. Какой, конечно, достойный быть известным город принял его по рождению и воспитал до его подвижничества, точно и достоверно сказать не могу. А какой ныне имеет обитателем и питает нетленной пищей сего всечудного мужа, то мне не вовсе неизвестно. Ибо и он пребывает ныне в том граде, о котором утверждает доброгласный певец, взывая так: «Их же житие на небесах». Там насыщает он невещественное чувство тем, что никогда не присущает. И духовный ум, именно один ум, приятно услаждает неописуемою красотою, прияв достойное воздаяние за подвиги и награду за неутомившие его труды, сподобившись тамошнего жребия и соделавшись одним из тех, с которыми всегда прибудет, и которых нога стала уже на правоте. Псалом 25:12. А как еще в вещественном теле сопребывал он там с невещественными, об этом расскажу со всей ясностью. Этот блаженный, когда было ему 16 лет видимого возраста, совершенством же ума уподоблялся уже тысячелетнему, как непорочную и добровольную жертву предает себя великому иерею, принесший тело на этой Синайской, а душу на небесной горе, вознамерившись, как думаю, в самой видимой местности приобрести для себя путеуказание к невидимому величайшую пользу. И страннической жизнью этой приставницы наших духовных отроковиц, отсекши неблагообразную вольность и восприяв на себя благолепное смиренно-мудрие, при самом вступлении в эту жизнь с весьма прекрасной целью изгоняет он этого обманщика, самоугодие и самоуверенность, подклонив шею и верившись превосходному наставнику, в добром намерении под его руководством безбедно перейти опасное море. И в какое приводит себя состояние, как будто бы душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учености, эту необычайную и чуждую смирение кичливость человеческого любомудрия обучил он небесной простоте. Потом, по истечении 19-го года, как бы ходатаем и заступником за себя предпослал к небесному царю своего Пестуна, и молитвами этого великого ополчившись как оружием сильным на разорение твердынь, и сам исходит на поприще безмолвия, избрав для своего подвига в пяти поприщах от храма Господня уединенное место, именовавшееся Фола, 40 лет проводит там в трудах, и возгорается божественной любовью, непрестанно распаляемой ее огнем. Но кто в состоянии извести на позор словом и огласить повествованием, как проходил он здесь труды свои? Да и может ли это быть сказано явно, когда всякий труд его возрастал в тайне? Впрочем, и по некоторым начаткам дел узнаем, каково было священнейшее достояние этого преподобного. Вкушал он все, что неукоризненно дозволяется по иноческому обету, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего, как думаю, премудро сокрушал он рог течения,
а малости вкушаемого смирял эту госпожу, чрево, вожделевающее многого, самой скудостью взывая ей: «Молчи, перестань». Пустынажитием же и удалением от сопребывания с людьми угашал пламень этой пищи, так что, наконец, покрылся он уже пеплом и совершенно был угашен. Идолопоклонение доблестный сей подвижник мужественно избегал при посредстве милостыни и недостатка в самом необходимом. При временном омертвении и бездействии души восставлял он ее, возбуждая жалом смертной памяти. Оковы пристрастия и привязанность ко всему чувственному разрешал, связав себя невещественными узами печали. А мучительствующая раздражительность наперед была умерщвлена в нем мечом послушания. Содержать тело безвыходно в затворе, а еще реже дозволяя слову выходить из уст, умертвил этим пиявицу тщеславие. Какова же награда, приобретенная этим превосходным таинником за победу, одержанную над восьмью из прелестниц? Гордостью, ибо по учению отцов помысл гордости есть восьмой в числе греховных помыслов. Какова эта высшая степень очищения, которому начало положил Веселиил, послушание, и которое довершил Господь пренебесного Иерусалима, посетив его присутствием своим? Потому что без оного не могут быть низложены дьявол и его полчище. Но где при настоящем соплетении нашего венца помещу этот источник слез его, какой видим не у многих? И до ныне известно сокровенное место, где источались слезы эти. Это весьма тесная пещера в некоем уединении и подгорье, находившаяся в таком расстоянии от него и от всякой другой келии, какого было достаточно, чтобы заградить слух тщеславия и соделавшейся близкою к небу от воплей и взываний, подобное которой можно услышать разве у тех, кого режут ножами, и у кого прижигают члены и избадают глаза. Сон вкушал он в такой только мере, чтобы неусыпностью не расстроить достояние ума. Перед сном долго молился и сочинял книги, и это служило у него единственным обузданием унынию. Да и вся жизнь его была непрестанной молитвой и беспримерной любовью к Богу, ибо днем и ночью, созерцая его, как в зеркале, в чистоте непорочности, не хотел или, точнее сказать, не мог он насытиться этим созерцанием. Некто из провождавших отшельническое житие по имени Моисей, поощряемый ревностью его, усиленно желает стать его учеником и выслушать у него начатки истинного любомудрия. И, употребив дело за себя ходатаев, их просьбами вынуждает у великого Иоанна согласие на принятие его в ученики. Итак, в один день великий наставник велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения и уточнения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, неленостно выполнил приказанное. Когда же настал чрезмерный жар и был самый полдень, а месяц был тогда уже последний, то есть август, Моисей, уклонившись под один огромной величины камень и уснув под ним, отдыхал. Но Господь, которому не угодно, чтобы служители его подвергались в чем-либо скорби, обыкновенно предохраняет их от скорбей. Великий Иоанн был в келье, и, углубясь в себя и в богомыслие, объят стал как бы тонким каким сном. И видит, что некто священнолепый будет его, упрекает за то, что спит, и говорит ему: «Как же ты, Иоанн, беззаботно спишь, а Моисей в опасности?» Восстав немедленно от сна, вооружается Иоанн молитвой об ученике своем. Потом, возвратившись около вечернего времени, спрашивает: «Не встретилось ли с ним чего неблагоприятного или неожиданного?» Ученик говорит: «Весьма большой камень задавил бы меня, когда я спал под ним среди дня, если б не отскочил я с поспешностью от этого места, когда мне представилось, будто ты зовешь меня». И смиренно мудренный подлинный Иоанн не объявил ученику о видении, но в тайных взываниях и воздыханиях любви прославил благого Бога. Так Иоанн был образцом для всех и целителем невидимых трупов. Однажды некто по имени Исааки, сильно угнетаемый демоном плотоугодия и уже изнемогший в духе,
поспешил прибегнуть к этому великому Иоанну и открыл ему брань свою, сопровождая рассказы рыданиями. Это же всечудный, удивясь вере его, сказал: «Станем, друг, оба на молитву». А как скоро окончены были молитвенные слова, страждущий же лежал еще пониже лицом к земле. Бог творит уже волю раба своего, чтобы показать нелживость Давидову. Змий, поражаемый бичами действенной молитвы, обращается в бегство. А оболевший, видя себя уже здоровым, приходит в великое изумление и высылает благодарение прославившему и вместе прославленному. Некоторые, уязвляясь завистью, называли Иоанна говорливым и пустословом. Таковых образумив самым делом, всем доказал, что все может о укрепляющем всех Христе. Соблюдал же молчание в продолжении целого года, почему порицатели обратились в просителей, говоря: «Заградился источник преснотекущей пользы, ко вреду общего всех спасения». И уступил просьбам их этот нелюбитель прикословий и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, девясь всем его во всем приспиянием, как новоявленного некоего Моисея, силой возвели его в должность управлять братьею. И не обманулись добрые ценители, поставив этот светильник на начальственном свечнике. Приближается он к горе, вступает в недоступный мрак, восходя по умным степеням, приемлет богоначертанное законоположение и созерцание, отверзает уста Слову Божию и привлек дух. Отрыгнул слово благо от благого сокровища сердца и достигает предела видимого жития, путеводствуя этих израильтян, иноков, одним только соделавшись неподобен Моисея, а именно вшествием своим в горний Иерусалим, тогда как Моисей, не знаю почему, не достиг и дольнего Иерусалима. О духовных же его наставлениях свидетельствуют весьма многие, именно все те, которые через него спаслись и до ныне спасаются. Превосходный свидетель о мудрости этого премудрого и о подаваемом им спасении новый Давид, по мнению некоторых Исааки, о котором упоминаемо было выше, свидетель и доблестный Иоанн, преподобный наш пастырь, которым от лица паствы, будучи умолен, этот новый боговидец Синайский, снисшедший к ним помыслом с горы, объявил нам богописанные скрижали свои, содержащие в себе наружно деятельное, а внутренно созерцательное руководство. В немногих словах покусился я заключить многое, потому что и витиями похваляется краткость повествования. О том же Аве Иоанне, игумен горы Синайской или Лественнички. Однажды Ава Мартирий с Авой Иоанном пришел к Анастасию Великому, и он, увидев их, говорит Аве Мартирию: «Скажи, Ава Мартирий, откуда отрок сей, и кто постриг его?» Мартирий отвечает: «Раб он твой, отец, и я постриг его». И говорит Анастасий: «Чудное дело, Ава Мартирий, кто бы мог сказать, что постриг ты игумена Синайского? И не ошибся святой муж, потому что по прошествии 40 лет Иоанн стал нашим игуменом». В другое еще время, взяв с собой этого Иоанна, наставник его Ава Мартирий пошел к великому Иоанну Саввоиту, который жил тогда в пустыне Гудда. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Аве Иоанну и облобызал руку его. Аве же Мартирий не умыл ног. Когда ученик Саввоитов Стефан спросил, почему так сделал, старец отвечал: «Поверь мне, чадо, не знаю, кто этот отрок. Принимал же я игумена Синаитского, и игумену умыл ноги». Да и Ава Стратиги, в тот день, когда на 20-м году от роду постригаем был Ава Иоанн, предсказал о нем, что будет великим светилом. И действительно, когда Иоанн стал нашим игуменом, пришло к нам около 600 странников. В то время, когда они сидели и вкушали пищу, Иоанн видит, что некто из приспешников, обернутый по-иудейски, в полотно, обходит всех и повелительно раздает приказания поварам, экономам, ключникам и другим служителям. Когда же народ разошелся и сели за трапезу служители, стали искать того, кто всюду ходил и раздавал приказания, и не нашли.
Тогда раб Божий, преподобный отец наш Иоанн, говорит нам: «Перестаньте искать. Не странное, что сделал господин наш Моисей, послужив в этом году в принадлежащем месте ему. Некогда в палестинских странах было бездождье. Авва Иоанн по просьбе окрестных жителей помолился, и пошел обильный дождь. И в этом ничего нет невероятного, потому что волю боящихся его сотворит Господь, и молитву их услышит. Должно знать, что у Иоанна Лествичника был родной брат, тот самый досточудный Авва Георгий, которого он поставил игуменом Синайским еще при жизни своей, сам возлюбив безмолвие, потому что изначало уневестил себе то этот премудрый. Когда же новый наш Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его Авва Георгий стоял перед ним, проливая слезы, и говоря: «Вот, оставляешь ты меня и отходишь. А я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти братство. И вот напротив того предпосылаю тебя». И говорит ему Авва Иоанн: «Не печалься и не тужи. Если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Это и сбылось, ибо до совершения 10 месяцев и Георгий отошел ко Господу. Послание святого Иоанна игумена Раишского к досточудному Иоанну игумену горы Синайской. Превосходнейшему и равноангельному отцу отцову несравненному учителю грешный Раишский игумен желает радоваться о Господе. Зная Твое, о Господи, во всем беспрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание, особливо же, где должен Ты приумножить данный Тебе от Бога талант, мы, маломощные, подлинно низким и жалости достойным складом, пишем к Тебе, содержа в уме сказанное: «Попроси Отца Твоего и возвестить Тебе старца Твоего, и скажут Тебе». Второзаконие 32:7. Поэтому, обращаясь к Тебе, как к общему всех Отцу, как к старейшему перед всеми и подвижничеством, и силой ума, и как к превосходному Учителю, этим нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих описать для нас, невежд, что в боговидении, подобно древнему Моисею, зрел Ты на той же горе, и как богописанные скрижали прислать изложенное в посылаемой нам досточестной книги к назиданию нового Израиля, который едва только вышел от мысленных египтян из житейского моря. И как в море этом вместо жезла ты чудодействовал по Боге богоглаголевым языком твоим. Так и ныне не откажись по молению нашему, не леностно, о Господи, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию. Как истинно великий вождь всех избравших тоже ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть. Ибо известно тебе, священная подлинно глава, что лесть нам чужда, и что повторяем только утверждаемое всеми. Потому и уверяем себя, о Господи, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточестные начертания на скрижалях в истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестницу утверждену, которая желающих возводить до небесных врат целыми и неврежденными, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое страшное видение в лестнице, то не тем ли более предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле самое истинное непогрешительное восхождение к Богу. Возмогай о Господи, досточестнейший Отец. Ответ Иоанн Иоанну воин желает радоваться. Получил я ко мне бедному и нищему добродетелями, посланное тобою, приличное твоему благолепному и бесстрастному житию, чистому и смиренному сердцу, почтенное твое писание. Лучше же сказать, предписание и повеление, превышающее силы мои.
Твое, подлинно твое это дело, свойственное твоей священной душе, потребует слов наставления вразумления от меня, неученого, невежды, и в слове, и в деле. Потому что всегда обычно тебе в своем смиренном мудрии показывать и образец нам. Однако же я теперь скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго святого послушания, этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать об этом и учиться этому у тех, которые хорошо знают дело. А я состою еще в чине учащихся. Но поскольку богоносные наши отцы истинного ведения таинники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то вот, благочестно забывая, что соразмерно с моими силами, смиренно решаюсь на то, что выше меня. Не стою мысли, чтобы оказать тебе какую-либо пользу или объяснить то, что не меньше моего знаешь и сам ты, священная глава. Ибо не я один, но, как думаю, всякий благомыслящий уверен в том, что око ума твоего чисто от всякой земной и темной примеси всего потемненного и беспрепятственно обращается к божественному свету и им озаряется. Напротив того, устрашаемый смертью за прислушание и ею как бы невольно вводимый в послушание, со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления, как благопризнательный послушник и негодный ученик превосходного живописца. При скудном и слабом моем ведении и при худогласном произношении, одним только чернилом налагая бессветные очертания живых словес, тебе же, начало вождь и чиноначальник учителей, предоставляя украсить, уяснить это очертание и, как исполнители скрижалей духовного закона, восполнить недостаточное. Но не тебе посылаю этот свой труд. Да не будет этого, ибо это послужило бы знаком крайнего скудоумия, потому что достанет у тебя сил не только других, но и меня самого наставить о Господе в божественных нравах и правилах, а Бога призванному собору братьей, которые вместе со мной учатся у тебя, наилучшие из наилучших учителей». И их и твоими молитвами, как бы мысленными какими надеждами, ободряемой в своем невежестве, распростерши ветрила трости и прекрасному твоему скормчему, отдав в руки кормила своего слова, с усердную к ним просьбой ради тебя приступаю к делу этому, умоляю всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плоды этого с благодарностью вменит превосходному нашему начальнику, а мне и спросит у Бога воздаяние за одно исполнение труда, не обращая внимания на сказанное, потому что оно действительно слабо, исполнено всякого невежества. Уважив же для Господа предпринятое намерение предлагающего труд свой, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. Предисловие. Стремящимся к тому, чтобы имена их написаны были в книге жизни на небесах. Настоящая книга показывает наилучший путь их течению. Ибо шествуя этим путем, найдем, что книга эта непогрешительна, как бы за руку ведет следующих ей, и, несомненно, представляет утвержденную лестницу от земного во святая, и показывает на вершине ее утверждающегося Бога. Эту-то, думаю, лестницу видел и запинатель страстей Иаков, покоясь на подвижническом ложе. Но с усердием и верою, Бытие 28.11, умоляю, будем восходить и мы этим умным и небошественным восхождением, каковому весьма ясно научает первая степень этой лестницы. Подробное оглавление книги. Первое. Об отречении от суетной жизни и об отшельничестве. О беспристрастии и о беспечальной жизни. О страннической жизни и о сновидениях, какие бывают у новопоступивших. О мученичестве мужественного послушания. О многопопечительном и явственно выражаемом покаянии и о Бога угодной темнице осужденников.
о памятовании смерти, об очистительном плаче, о тихой негневливости, о памятозлобе, о злоречии, о молчании, о лжи, об унынии, о чревоугодии, о блуде и о непорочности, о сребролюбии, о нестяжательности, о бесчувствии, о псалмопении в общем собрании, о различных видах бдения, о боязни, о тщеславии, о гордости, о нечистых хульных помыслах, о просторе, о простоте, кротости, незлобии и лукавстве, о смиренно-мудрии, о рассудительности, где найдешь богатство, о безмолвии и отшельничестве, о хранении ума и о различных видах безмолвия, о невещественной молитве и о терпении, о бесстрастии, 30-е, о любви, также о надежде и вере, о просвещении и о части о богословии. Подлинно весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение, равночисленное Господне возрасту по плоти. Ибо во образ 30 лет Господне совершеннолетие знаменательно соорудил лестницу из 30 степеней, по которой, достигнув Господне возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. А кто не достиг этого возраста, тот еще младенец, и по внутреннему засвидетельствованию не заслужит одобрения. Мы же пошли за нужное прежде всего поместить здесь житие этого всепремудрого, чтобы, видя труды, без недоверия взирать нам и на его произведения. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, лествица. Предисловие. К слову под названием «Духовные скрижали», подвижническое слово Авы Иоанна, игумена монахов горы Синайской, посланное им к Аве Иоанну, игумену Раифскому, по убеждению которого оно и написано. Слово первое. Об отречении от мира. Благ, преблаг и всеблаг Бог наш и Царь. Всего лучше от Бога начинать слово к Божьим служителям. И сотворенных же им существ, разумных и отличенных преимуществом свободы, одни суть присные Богу, другие рабы Его верные, иные непотребные, иные совершенно отчуждившиеся от Бога, и иные, хотя бессильны, однако же противники Богу. Присными Божиими мы, люди простые, о священная глава, признаем, собственно, те умные и бесплотные сущности, которые окрест Бога. Верными рабами Божиими называем всех тех, которые неленостно и неопустительно творят и творили волю Божию. Рабами же непотребными именуем тех, которые думают о себе только то, что сподобились крещения, но не сохраняют верно данных Богу обетов. Чуждыми Богу и врагами Его почитаем тех, которые неверны или зловерны. Наконец, противники Богу суть те, которые не только сами нарушили и отвергли Господне повеление, но и сильно вооружаются на исполняющих то. Каждый из исчисленных родов требует особенного ему приличного слова. Но нам, людям, не ученым, не полезно было бы в настоящее время входить в такие пространные исследования. Итак, для верных рабов Божиих, которые благочестно восхитили над нами власть и по вере понудили нас своими повелениями, ради нерассуждающего ни о чем послушания, прострем теперь недостойную руку свою и от их же ведения, прияв словесную трость, омочим ее в имеющее сумрачный вид и вместе издающий от себя свет смиренно-мудрия. Потом наложим ее на гладкие и убеленные сердца их, как бы на какие хартии, или лучше сказать, духовные скрижали, и станем на них начертывать божественные слова, вернее же сказать, полагать семена, и начнем слово так. Бог, Творец всех свободных существ, есть и жизнь всех, и спасение всех верных, неверных, праведных, неправедных, благочестивых, нечестивых, бесстрастных, порабощенных страстям, монахов, мирян, мудрых, необразованных, здоровых, немощных, юных, престарелых.
подобно как для всех разлияние света, зрение солнца и воздушной перемены, и нет в этом между людьми разности. Ибо Бог смотрит, не смотрит на лица. Нечестивый есть существо разумное, смертное, произвольно уклоняющееся от жизни и собственного Творца своего, всегда сущего, вменяющее как бы в нечто несущее. Законопреступник есть тот, кто закон Божий подчиняет собственному злоумию и мнит веровать в Бога, избирая противное ему. Христианин есть тот, кто сколько возможно человеку подражает Христу в словах, в делах и в мыслях, право и неукоризненно веруя во Святую Троицу. Боголюбивый есть тот, кто пользуется всем, что естественно и безгрешно, и по мере сил не родит о том, чтобы делать добро. Воздержанный есть тот, кто среди искушений, сетей и молвы всеми силами старается подражать нравам человека, который от всего того свободен. Монашество есть чин и состояние бесплотных, достигаемое в теле, вещественном и причастном нечистоте. Монах есть человек, единственно держащийся Божьих уставов и Божье Слово во всякое время, на всяком месте, во всяком деле. Монашество есть непрестанное принуждение естеству и неослабное охранение чувств. Монах есть в непорочности сохраняемое тело, чистые уста, просвещенный ум. Монах есть душа болезнующая, и во время сна, и во время бодрствования, занятой непрестанным памятованием о смерти. Отшельничество от мира есть произвольное возненавидение вещества, восхваляемого миром, и отречение от естества для преспияний в том, что выше естества. Все, охотно оставившие мирскую жизнь, без сомнения сделали это или ради будущего царства, или по причине множества грехов своих, или из любви к Богу. Если же не предшествовала у них ни одна из означенных целей, то отшельничество их неразумно. Впрочем, благий подвигоположник наш ожидает, каков будет конец течения. Кто удалился из мира, чтобы стрясти с себя бремя грехов своих, тот пусть подражает сидящим вне города при гробах и не прекращает теплых и пламенеющих слезных излияний и безгласных сердечных рыданий,